В настоящее время можно с уверенностью сказать, что чета герцогов сассекских нашла приют в Санта-Барбаре. Окрестности городка собрали множество знаменитостей в одном месте. Неудивительно, что некоторые из них скрашивают будни опальной королевской четы, ведь их многое связывает в обычной жизни. Известно, что самым близким соседом Меган Маркл и принца Гарри является певица Адель. Молодые люди неплохо поладили. Гарри много времени проводил, общаясь со звездой, что не очень нравилось его супруге. Среди голливудских друзей засветились также певица Кэти Перри и актер Орландо Блум. Они купили особняк недалеко от королевской четы. Выяснилось, что им легко общаться. К тому же звезды имеют детей одинакового возраста, что позволяет проводить время целыми семьями. После замужества Меган продолжает дружить с теннисисткой Сиреной Уильямс. Девушки познакомились 7 лет назад на благотворительном футбольном матче. Дружба знаменитостей продолжается до сих пор. Индийская актриса Приянка Чопра присутствовала на свадьбе Меган и Гарри. И все это несмотря на некоторую чопорность английской королевской семьи. Девушки знакомы несколько лет. Обе имеют сильную гражданскую позицию. Теперь они общаются парами. Партнер Приянки Ник Джонас также вхож в дом принца. Настоящие аристократы Голливуда Джордж Клуни и его жена Амаль с удовольствием посещают королевскую чету в Америке. Пары даже ходили на двойное свидание. В сети поговаривают, что семьи очень близки. Многие пророчили долгие дружеские отношения пары Меган и Гарри с Опрой Уинфри. После скандального интервью знаменитости достаточно долго общались. Однако стало известно, что телеведущая разочаровалась в друзьях. Еще один человек, с которым очень многое связывает бывшую актрису в прошлом, поддерживает ее до сих пор. Маркусу Андерсону была оказана честь присутствовать на свадьбе королевских персон. Ведь именно на мероприятии, организованном этим человеком, официально познакомились молодые люди. Говорят, что именно Андерсон организовал первую встречу Меган и Гарри в Soho House. Стилист Джессика Малруни стала именно тем человеком, который помог Меган подстроиться под британский стиль. Не зря она одевает избранниц сильных мира сего. Профессиональные отношения быстро перешли в дружеские. Теперь они общаются семьями. А кто ваши друзья?